Привет. Обзор самой импрессии. Это, сразу говорю, не Италия, здесь только рукоятка от нее. Это самой импрессии СНГ. Она уже продается изначально настроенная, готовая полностью для работы. Подходит к замкам корни, MCM и чизам. Сейчас конкретно покажу на чизе, как это все работает. Итак. У нас в замке, они бывают двухоборотные, бывают четыре. У нас четырехоборотная. Чтобы открывать быстро два оборота, нужно две импрессии. Вы открываете первый, второй, третий, четвертый повторяются. Жмем не сильно, аккуратненько. И замок отлично открывается. Вот так. Подвели и просто жмем на ручку. Вот, первый и второй оборот открыли. Если иметь вторую импрессию, мы просто повторяем. Третий и четвертый. Ну, в принципе, и одной импрессией он быстро открывается. Также еще напоминаю, она подходит к замкам MCM Испания и к итальянскому замку корни. Вот так.